Книга «Открытым оком», второй том. Тема «Семья». Вопрос 713. Не думаете ли вы, что отказ верующего участвовать в семейных праздниках, Новый год, день рождения, приведет к еще большему разрыву со своей неверующей половиной? Ведь если человек привык к тому, что это большие праздники, то ему без скандала трудно отказаться от этого. Вы не за то, чтобы верующие поскорее расстались со своими неверующими супругами? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Конкретно в данном вопросе ответственность и инициативу, продолжать ли сохранять семью, апостол Павел возлагает на неверующую сторону. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 12 по 15 стихи. Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Если пойдете на компромисс, чего требует неверующая сторона, если ты пойдешь со мной на Новый год, а я с тобой схожу на Рождество в церковь, то заранее должен знать, что вы полностью проиграли. Неверующий к Богу через посещение храма не придет, а ты удалишься еще более. Не надо пытаться сохранить семью и не надо стремиться к разводу, но нужно смотреть, как Бог расположит сердце неверующего. Земля подошла плавно к пункту исхода, откуда течет река каждого года. Вся пресса людская сейчас отмечает, что мир потрясло, что мир ожидает. Всем радостям, бедам подводит итоги и к новому счастью рисует дороги. И много иных дел подобного рода творит наступление Нового года. Да, нового счастья весь свет ожидает, как только планета свой путь завершает. Но новое счастье давно существует, 2000 лет по планете кочует. И хочет оно навсегда поселиться, где горе унылое вечно гнездится. И многие люди его получили, лучами его свои души залили. Его мы великим Христом называем, и с этим блаженством друзей поздравляем. Кто им свое сердце всегда наполняет, тот всю свою жизнь Новым годом считает. О, если б Христу в этот миг ты отдался, тогда б Новый год твой сегодня начался».